Так. И еще в этом видео хочу показать, как из обычной доски, да, вот делал вот этот короб для циркулярного стола, получить вот такой затонированный цвет венги. Делается это элементарно. Сейчас я покажу, каким образом. И довольно-таки сосна получается симпатичная. Этот способ придуман давно еще дедами. Включаем горелку и проходим. Аккуратно, аккуратно обжигаем, обжигаем, нагреваем древесину. И вся структура древесины появляется. После этого способа древесина меньше подвержена почернению, потемнению. Смотрите, с этой стороны, значит, у нас какой рисунок получится. С этой стороны еще красивше получается. Структура дерева будет сейчас вся показана. Мягкие слои древесины сгорают, более твердые остаются. Вот так я и делаю вот таким макаром. После этого можно или оставить так, или все это зашкурить, почистить и пройтись лаком. Так, газ заканчивается в баллончике. Ну, успею, наверное, эту деревяшку опалить. Так что, если понравился, напишите мне. Вот так. Брусок сосны получается вот такой цвет венги. Черного дерева такого. Можно сильнее обжечь, слабже обжечь. Все на ваш вкус. Некоторые вообще до черна обжигают, потом все это щеткой счищают лишнее, на болгарку одевают. Я вот таким макаром. И вот такая зебра получается, затонированная. Вот такой ящик получается потом. Вот так вот.